теперь немножко придется углубиться в достаточно серьезную тему. Мы с Кристиной очень любим одного поэта, безумно любим. Не одного, конечно. И имя этого поэта — Иосиф Александрович Бродский. И в какой-то момент у нас родилась песня, это даже не посвящение, это письмо, которое я написал великому поэту. Поэтому строго не судите, но я сейчас попробую с ним поговорить. Осмелюсь обратиться лично к вам, Иосиф Александрович, поскольку я, не соврав ни на одну бемольку, имею тягу к зарифмованным словам. Простите мне мой слог, который в сути своей стремится повторить отчасти ваш. Пишу отчасти и ломаю карандаш, не смею верить этой радостной минуте. Который, видимо, я слишком долго шел. Мне 25, 2010-й явился тихо и повис распятый календарем на стенке. Хорошо, я прочитал не так уж много книг, что мне совсем не делает великой чести. Но сколько все же предстоит еще прочесть, занести отметкой в свой дневник. Не знаю, хватит ли страниц, не хватит, нет. Мой примитивный образ вам наскучил, но я его искал и долго мучил себя, чтоб только получить от вас ответ. Волнующий меня вопрос, могу ли я вообще претендовать хотя бы на глоток того же самого вина, что некогда с лихвою вы хлебнули. Прошу вас, дочитайте до конца. Клянусь, я так вообще пишу впервые, но этому причиной только вы и только ваше выражение лица. На сборнике с названием «Назидание», стихи, которые еще лет 5 назад вам не звучали вовсе не в попад. Теперь мое домашнее задание. Мой самый главный поэтический урок. И если вы, конечно же, не против, я каждый вечер, сидя с ним напротив, благодарить вас буду между строк.